сварите тушенку. Но вы ничего не зарабатываете. Прям паразитами являетесь. Откуда деньги брать? Из 8 миллиардов, но миллиард с валютой, 7 останется. Хакасия сегодня заявила о катастрофической ситуации с региональным бюджетом. Дорогие земляки, я еще раз хочу обратиться. Это не демарш. Я ухожу. Вы не откажетесь от участия в выборах в последний момент? Мы приняли решение участвовать в кампании и дойдем до конца. Мы не можем подвести избирателей. Андрей Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов. Мы с вами снова начинаем серию совместных агитационных мероприятий. Один из кандидатов, Александр Мяхарь, заявил о снятии своей кандидатуры. Мне было сделано предложение, скажу, у меня к вам необычная просьба, чтобы вы выехали в Хакасию. Я готов сделать. Сберком Хакасии собирается через суд отменить регистрацию на выборы кандидата на пост главы региона Валентина Коновалова. Я не сниму своей кандидатуры. Я не подведу вас на посту главы республики. Сварите тушенку.